Европа страдает от трескучих морозов. Более 20 человек, в основном бездомные, скончались от переохлаждения в Польше. В Варшаве минувшей ночью было минус 16. Трагедия из-за непогоды и в Турции. Пассажирский автобус перевернулся на скользкой дороге. Погибли 9 человек. А днем ранее на прохожих рухнули снежные глыбы с крыши мечети. Обошлось без жертв. В Германии при минус 8, там такие морозы почему-то называют сибирскими, не завелся каждый четвертый полицейский автомобиль. 600 человек почти сутки провели в промерзшем поезде на полпути в Кёльн. Из-за ледяного дождя оборвались высоковольтные провода. Морозные в России и в Петербурге почти после прорыва водопровода несколько улиц превратились в каток. Не отступает холода и в столичном регионе. По прогнозам синоптиков, лишь к концу недели столбик термометра поднимется до минус 10.